Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Jetta 2023 года в красном цвете с бензиновым двигателем объема 1,5 литра, мощностью 147 лошадиных сил, АКПП, передний привод, имеется спойлер, парктроники, камера кругового обзора, автомобиль на литых дисках хорошей резине, установлены хромированные ставки, имеются повторители в зеркалах, бесключевой доступ, пробег 7000 километров, по салону кожаный салон. Чисто ухоженный, комбинированный, имеется панорамная крыша с люком, кондиционер мультимедиа, вентиляция передних сидений, кнопка старт-стоп, электропривод багажника, мультируль, голосовое управление, круиз-контроль, электроручник, электропривод передних сидений, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 109. 104, 113, 113, 84, 104, 102, 105, 105, 84, 101. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.